Механизм действия новой ипотечной программы будет разработан до конца лета. Пока известно лишь то, что приобрести жилье под минимальный на сегодняшний день процент смогут только граждане Казахстана, имеющие официальный финансовый доход. Сейчас сотрудники Национального банка работают над деталями проекта. Получить кредит смогут только те, кто имеет постоянный доход. Ипотека дается под низкий процент. То есть, если стоимость жилья составляет 7 миллионов тенге, ежемесячная оплата не будет превышать 50 тысяч тенге. Учитывая среднюю заработную плату в Казахстане, которая составляет 112 тысяч тенге, приобрести жилье по новой программе смогут люди с зарплатой ниже среднего уровня. В рамках программы прежние нормы ипотечного кредитования будут пересмотрены и, возможно, подвергнутся изменениям. Не исключено и то, что казахстанцы, взявшие в свое время жилье в ипотеку под 14-15% годовых, получат возможность перейти на программу 7-20-25. Мы еще не получили с главного аппарата полный перечень требований для участия в программе. Но вполне возможно, что можно будет направить запрос по этому поводу, в результате чего ипотека некоторых граждан будет пересмотрена, и они будут выплачивать кредит уже по низким процентам. Отметим, что указанные параметры программы являются предварительными и будут еще обсуждаться с государственными органами и банками.